Областной центр молодежного творчества всегда был и остается одной из самых крупных площадок, где собираются инициативные юноши и девушки всего региона. Теперь поводов для открытого диалога станет еще больше. Для них здесь заработал ресурсный центр «Ступени». Мы занимаемся этим проектом, потому что мы соседи с Беларусью. Мы заинтересованы в сотрудничестве, и вовлечение молодежи в это сотрудничество является одним из приоритетных направлений. Более 3 лет работаем с ЮНИСЕФ. Это один из проектов, и мы надеемся, что он положит начало другим инициативам. Это 7-й центр в республике, в каждом области, и он будет иметь, но он есть очень важная задача. Это собирать подростки. У них есть определенное место, они могут прийти, обсудить свои вопросы, чтобы его потом дальше предложить городу или областью. И это очень важно. Ресурсный центр – это площадка, созданная для развития инициатив юношей и девушек города Бреста и Брестской области. Его открытие обусловлено тем, что в регионе активно поддерживаются программы для подростков и юношества, молодежный парламент, а также развивается международное сотрудничество. То, что мы сегодня открываем этот центр, это просто такая очередная часть, наверное, помочь нашей молодежи самовыразиться. Новая, одна из новых форм общения, значит, социализации в обществе, в мире. Это одно. Что касается сотрудничества с ЮНИСЕФ, ну вы не забывайте, что Брест – это город дружественных детей. Теперь на базе ресурсного центра «Ступени» будут проходить различные конференции и встречи. К слову, возможно, именно здесь пройдет один из этапов саммита городов дружественных детям. Об этом было заявлено в рамках открытия. Работа центра предусматривает создание условий для эффективного общения и обмена мнениями, которые помогут решать молодежи возникающие вопросы.